Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, получивший легкое ранение в Дебальцеве, приступит к работе через несколько дней. Об этом Александр Захарченко рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Ничего страшного не произошло, обычно. Мы такие, какие мы должны быть. Люди воюют, мы воюем. Воюет целая страна, но представители этой страны обычно такие же люди. Сейчас Александр Захарченко находится в больнице. Ему уже сделали операцию и извлекли пулю из ноги. В больнице главу самопровозглашенной ДНР навестил его коллега из Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Напомню, что Александр Захарченко был ранен на одной из центральных улиц Дебальцево. Пуля попала ему в ногу во время интенсивного обстрела. Ранение было легким. Охрана оказала главе ДНР первую помощь на месте. И уже затем его доставили в больницу.